have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Всем доброго времени суток. Прежде чем вы зададитесь вопросом, нафига Казебаян, капитан сейчас расскажет, что изменилось в нашей прошлой серии, как мы лучше подготовились к встрече всех опасностей. Вперед. Короче, так, поехали. Я перепродал все патроны, что у нас были, поразбирал все пустые ящики. У нас теперь не беспорядок на полу, у нас очень много новых боеприпасов, денег нет, это... А еще зацените вот эти снаряды на рейлган. Да, полностью заряженные, угу. Мы теперь не просто шмаляем какими-то ошметками. Заряжены на убийство. Так. Да, желательно такими просто так не стрелять. Попробуем. Денег так нет. Опс, смылся, в прямом смысле слова. Блин, у меня не было отвертки с собой. Я бы сейчас тебя там закрыл. Еще и заварить можно, да. Это долго. В общем, вроде как мы подготовлены, все наши люди воскресли, потому что, собственно, мы же загрузились. А что ты еще там сделал? Понял? Ёперный театр! Что такое? Да так, у вас капитан сдохнет скоро. Ты заразился чем-то? Да. Зачем? О. А я думал, что это значит, а это я, оказывается, их съел. Ну я яйца только паразита схавал. Иди лечись. Надо бы. Мы загружаемся или ты это вылечишь? Я бы рестартнулся, если честно. Давай рестартим, все, жму на паузу. Так, ребят, буквально полминутки спустя мы здесь, мы рестартнули, все нормально, все живы, пока что. Все хорошо, все нормально. По палубе ничего не изменилось, по запасам ничего не изменилось, мы просто загрузили последнее сохранение. А, дробаш, отдай мне. Да, дробаш в этом... В ящике возьми. В наверху? Да. Напомните, дробаш работает под водой? Ну, хорошо, по идее, хорошо. Должен. Riot Shotgun, normal quality. Но я на всякий заряжу этот. И револьвер. Ну так это что, плывем? Ну, кстати, я вот говорил до записи, я сейчас скажу это на записи, в дробашек можно вставить фонарик. Очень прикольная штука, тогда он автоматически, вытаскиваешь дробаш, он уже сразу подсвечивает тебе, в кого шмалять. Так, возьму-ка я с собой немножечко шелов запасных, если вы не против. Вам оставлю 12. Работников коалиции. Я тут покумекал, у нас еще будет перевозка сектантов, но это так. Полусектант. Хорошо. А не можно стрелять из дробовика безнаказанно? Жаль. Наказано, только наказано. Эти сектанты нам нужны, потому что, как бы, ну, ваш капитан хочет ходить в рубе сектанта. Ребят, вы хотите, и чтобы была нарезка слов, вырванных из контекста, про сектанты нам нужны и всякое такое? Да. Хорошо, поехали. У нас сейчас, собственно, задание транспорт, personal транспорт, понятно. Мы их перевозить будем. Культист транспорт. В этот раз без перестрел? Видимо, в этот раз мы ни на кого не наезжаем. К сожалению, то... Потом, мы потом найдем. В этот раз нас не утянет в бездну какая-то тварь. Ну, вернее, мы не упадем в бездну, и она нас еще глубже не утянет. Потому что мы подхватим балластную флору. Короче, тут шкаф для хранения токсинов. Тот, кто схавает яйца, тот молодец. Я вас застрелю. А почему я не могу открыть? Оф, жесть, мужики пошли. Да, жесть, бомжи привалило. А че вы так синхронно ходите? Леонел и Алтон. А они же эти, сектанты. Так, что, они давайте, ребят, должны быть странные во всем? Обеспечим безопасность. Кто на рельсотрон сел, не сидите там, пожалуйста. Не-не-не, я они случайно. Они этот... Они пакостить не будут? Нет. Так, кстати, а каков шанс их лояльности к нам, да? У сектантов 2. То, что сектантов 2, я вижу. Ну, в плане. Ладно, я понял. Че это за новый тип патронов, который ты сюда загрузил? Погоди. Разрывная! Exploding. А мы сейчас не впишемся в стену? Снизу, ребят, снизу множественные цели. Смотрю, не вижу. У нас кроме рельсы здесь-то ничего нет. Ох ты, какие кусаки здесь стрёмные.
Раптор. Взрослый раптор. Обеспечьте безопасность пассажиров. Черт, а это что-то здоровое. У нас взрослый раптор. Где? Блин, они держатся под пушкой, я не могу их достать. Круто. Вниз, вниз, вниз давай. Я же ему по хвосту стреляю, твою за ногу. Че ты вылупился? Ладно, его снял. Сектант побежал к этому краптору. Ё-моё! Не, ребят, тут сами. А то меня сейчас раздавят. Из них какая-то вонь лезет. Они тут тоже раздавят же. Я три раптора грохнул. Из них вонь какая-то лезет, когда по ним стреляешь. Нормально. Бывает такое. Кровь называется. А хотите прикол? Эти черти тоже забирают скафандры. Но они жить хотят. Мы тоже. Джентльмены. А чё всё взрывается? У нас крайне стремительное погружение. Чё всё рвануло, я не понял. Так, в нижнем стыковочном фигня. Страшная? Да, неплохо так. У нас распределено. Почему у нас только один человек латает дыры? Сейчас надо распределить. Я латаю дыры ещё. Отправил Алонзо Дэя на латание дыр. Алонзо Дэй ничего не делает. Черт, сейчас. А, я могу. У нас сектант в балластном этом модуле сидит. Вылазь отсюда. Блин, нельзя допустить гибель членов экипажа. Он сейчас помрет. Кто? Маску оденьте сначала на себя, потом. Тут тип сейчас его порвали немного. Меня тоже, но я переживу. Наверное. Ну, скажем так, бегать я больше не способен, но... Пойдет. Так, а ну стоять на месте. Ну и твари здесь, конечно, живут. Жесть, они ему чуть башку не откусили, конечно. Он как себя чувствует, оперный театр. Да, чиним. Да, все нормально будет. Я ему две повязки наложу уже. Я ему морфидов кольню. Наесли он это, но... Торчок станет. Но у нас морфида нет, забей. Ну не колюшься, он не станет он торчком. Жаль. Да, неприятно было, конечно. Все костюмы поразгребали, ах вы. А как теперь нижнюю часть корпуса чинить? Кстати, у меня большие... Сбегай на верхнюю палубу, там валяется еще костюм. Но я на ходу не буду выходить, ну его нафиг, просто на будущее. Мне кажется, что... А, оружие надо починить. Кого? Оружие надо починить. Ё-моё. Мне кажется, это я нафигачил по низу. Кстати, очень жаль, что пушка так поворачивается, что я могу вместе с рапторами расфигачить еще часть нашего дна. Люз отремонтирован. Кстати, это, наверное... Спереди цели. Сверху, снизу? Вижу. Вот, мне нужен баллон. А, я понял, что за зеленая фигня взрывается. Это наши разрывные припасы взрывают. Ух ты. Нет, скорее всего, это их... кровь, и она довольно кислотная. Потому что она меня коснула, когда в этот плюс попала. Я парочку людей, этих людей. Почему я говорю про людей, потому что людей подстреливаю? Переиграл другие игры, теперь подстрели. Да, да, да. Так, больше всего меня не обрадовало то, что мы просто посерили репутацию, когда нас есть начали. А чё они хотели? Они типа этот в костюмчиках бы поплыли. Мы им и так предоставляем хорошее. Милочка, а сколько мы потеряли репутации? Спереди много целей. Я не скажу репутацию, потому что спереди много целей. Понял. Одного отогнал. Возвращается. Минус. Слишком много слепых зон. Да, к сожалению. По-моему, убил одного. Да, убил одного. Спереди одного минус. Задний. Не, это была не их кровь. Я это за низом. Ой, понял. Нет. Это были именно взрывы, это были не токсины. Это взрывы, да? Поэтому мне же говорю, что мы взяли разрывные. И вот это пузырь с воздухом от взрывов. А, это значит, меня осколками могу посечь, когда я там возвращал нам. Ну вообще я просто в стену врезался. Новый тип вооружения. Чё там?
Кластерные боеприпасы пришли вовремя. Сок! А, это так и задумано, да? Что? Там мы тараним что-то. Зачем? Дружились, Малина, не казалось. Ну, он в аванпосты любит влетать просто так. Ну, а чё нет? Как там? Да, давай, давай, еще раз тарань. Мадам паркуется по звуку? Да-да-да. Этот просто по желтому чутью, видимо, ориентируется. На глаз. Балластная фора, кстати, плавает. Планет. Ну я не знаю, какие-то морские ежи там ползают. Док, ну где? У нас? Нет. А, так. Под лестницей. Минус 3. Нейтральная. Еговы сепаратисты. А Европа плюс 3. Хорошо. Нормально, забейте, мы в плюс ушли по репутации все равно. Да-да-да-да-да. Этих оскорбили, Европа такая, да, молодцы. Так, отсюда мы забираем. Надо вылечить Сигму. Да есть немного. Было бы славно. Но так нормально, у меня какая-то нога. Третья. Ну, правую ногу мне почти откусили. А, ну, написано Injured, это уже не очень хорошо. Ну, меня, в принципе, всего чуть не откусили, я весь оранжевый. А, классно, я до сих пор бегаю в маске, я на панике забыл ее снять, у меня начал воздух заканчиваться, сейчас я пойду баллон поменяю. Так, ну самое главное, то, что все живы, здоровы. Ну, не здоровы, но живы. Погиня. А что тут столько сварочных инструментов валяется? Кто их повыкидывал-то? Я думаю, что я так медленно бегаю, а у меня ноги чуть не откусили. Поэтому медленно бегаю. Не знаю. Полные повреждения всего тела. Блин, все нафиг. Этот, может, свои у тебя усилия... палец сломан, да? В свои усилия буду вкладывать только наверное. В сектантов. Так, повреждения глубоких тканей, укусы, травма от удара тупым предметом. О, все, с кайфом. Теперь я целый. Дистанционное лечение, ты там этого? Как этих шарватанов называют? Забыл. Целитель. Ну вы поняли, о ком я. Ну, в принципе, да. Так, тем временем, за эти две миссии у нас прибавилось денег. Не знаю сколько, но теперь больше. Я 3 сварочных... 4 сварочных... Почему по всему кораблю разбросаны сварочные аппараты? Блин, ребят, пойду схожу, вдруг тут опять эти сектанты на этом поселились. Блин, тут дети красного носа, не, это дурачки прям. Кто это? Как я быстро бегаю, кайф. Что это за люди такие? Или подождите, кто ты? Вот. Так, слушаю. Где сейчас шар? Трубку, что ли? Ага. Ребят, курение это вред. Да. Но трубка в игре прикольная. Ой, ёберный театр. Это, кстати, моя... Скажем так, не вреднее этого... укуса какого-нибудь раптора. Это, кстати, моя трубка. Мы еще не отплываем, у меня есть пару минут. Да. Хорошо, я хочу кое-что сделать. Мне просто на корабль нужно вернуться, я потерялся. А, точно, я же яйца паразитов крупных масштабах закупаю. Зачем? Кушать. Да. В смысле, мы собираемся этим питаться? Нет. Это так, условно. Юмора. Шутка юмора, понял. Когда я стану достаточно инженером, чтобы уметь разбирать вещи? Что-то полезное. Берешь, заходишь в фабрикатор или... А, демон... Ну, вот это. Демонатор. Шреддер. Я это разбираю. Где? Там. Понял. Спасибо, Кэп. Так, а ты продаешь яйца? Знаешь, сколько у нас всего интересного есть? Гарпуны можем делать. Да, мы можем делать прям до черта всего. Но материалов надо. Я и не понял, а где маска клоуна? Зачем тебе? Клоун. А я не знаю, я ее походу снял. Блин, слаг, можно я потрачу немного железа? Сколько? 2. Все. Ладно. А можно 4? Ладно. О. А у нас такое есть?
Да. Ну ладно. Сейчас что ты делаешь? Что он делает? Как ты знаешь? Я могу cancel нажать. Что ты делаешь? Он портативный контейнер для хранения. Не, ну ёберный театр. Я запрещаю вам красть. Так спросили же, в смысле? Прикол, не про расходование железа, он про то, что я здесь собираюсь сейчас сделать. Ой. Флаг, постоишь, понаблюдаешь? Так, ребят, пошли. Мы отправляемся, не? Да я не знаю, этот дебил пошел, Фрум, пошли посмотрим, как это вот дебила СБшники бить будут. Он собрался что-то переть? Да. Да. Ну смотри, все, что в этих сумках, это мое. Они не могут туда заглянуть. Я так, не вижу, здесь. Где вы. Мы убежали. Ё-моё. Справа, где влево, куда? Пуст? Да мы пока не знаем. О, вот тут пусто. Флаг. Сюда я не знаю, где вы, офигеть. Мы направо побежали. Направо, окей, я пошел налево, сейчас. Забираю его отсюда. Нет, наоборот. Здесь эти окошки есть, она увидит. Блин. Жаль. Нет, ползем в другое место. Ой, дурень. Ребят. Ребят, ну зачем? Это халявные материалы. Да, и халявные люли. Это только в худшем случае. Если нас я спалят. Смотрю, вы оптимисты, да? Я. Ага. Зараза. Аккумулятор. Это мусорка, что ли? Да-да-да, собирай аккумулятор. Я добрал. Так, пошли искать живые помещения, где нет никого. Так мусорки из них можно брать без наказа. Да, из них можно. Так, ладно, знака. Ребят, тогда предлагаю сделать паузу, пока не начнется какой-то нормальный экшон, потому что пока что. Так, ребят, мы вернулись, да, мы вроде как идем на квест, которым нам дадут людей, как мне сказали, жилой ванпост Виламу. Понадобится шоточ, я вижу, хорошо, хорошо. Так, а с каким шансом там будут куча чертей, которых придется отстреливать? Ну, жилой аванпост. Значит, там есть что-то жилое, живое. Ну, возможно, они там просто померли. Он-то живой, но вдруг там какая-нибудь гадость. Не-не-не, если они все уже померли, он был бы, типа, все, разрушенный, заброшенный. Здесь ужасно тихо. Так. Кто там жалуется, что ужасно тихо? Чел думает, что у него наушники сдохли. Ну где ты на такой глубине купишь новые наушники? Альвара Калахан, где ты? Калахан. Не шари. Ты? Нет. Так, ребят, мы отплываем? Да. Наше боевое судно отбывает. Давайте, поехали. 400 метров потонуть надо. О, прикинь, офигеть! Вот это раньше было. Да, раньше. Нет, я про то, что когда ты направляешь, у тебя сонар в одну сторону только сканирует. Не общее, а вот в одну, как только что. А, так это переключить можно. Я просто. Знаю, что переключить, я просто раньше такого не видел. Раньше был такой, да? Тихо. Лучше там на нижнюю, потому что мы вниз направляемся. А, спереди, черт, сверху. Сверху. Земля пухом! Чё там? Боеприпасов нету. Почему у меня был заряжен пустой ящик? Чуть-чуть подстреливал заднюю. Да там боеприпасов нету. Твою за ногу. Ты уже поставил? Кто-то зарядил туда. А, нет, еще поставил. Я убрал пустую. Ё-моё, они стучатся. Сейчас. Убил еще одно. Еще одного снял. Минус 4. Погрызли, блин, внешний корпус, вот твари. Есть немного. Вроде отстрелились, нормально. Да, вроде самое страшное убили. Ух.
А мы еще мы в видосе такого же, только гигантского видели, он в 10 раз сильнее. И может подводку нас хоть шипом пробить. Ну, нашу точно. А чё спереди. У нас... Спереди? Иду. А не ты. Ё-моё. Обломки. Я только нырнул. Так, швартуемся. Так, сверху, не снизу. А, да? Мы уже готовы выплыть? Сверху? Не вижу, сейчас. Спереди, спереди. Спереди, сверху не вижу пока что, сейчас. Это ближе. Я надеюсь, они стрелять по нам не будут. Но он выглядит не очень живым, скажем так. Оттуда поползли, поползли оттуда, черти. Снизу? Да, там я... Да, из этого выползли двое, я убил их. Блять. Да, он явно... С аванпоста вылезли водолазы или твари? Нет, твари выползли. А какие твари? Это зараженные водолазы или твари-твари? Нет, твари-твари. Ага, да. Вижу. Там, по-моему, еще кто-то внутри был, я видел. Скорее всего, да. Я не буду из этого стрелять, да? Опа! Попал! Гаси! Слепую! Молодец, снял. Слепую попал в бедолагу. Красава. Я же говорю, я просто смотрю, подсвечу, я не буду стрелять из этой фигни. Бом. Но там очень плохо все внутри, судя по тому, насколько глубоко я пробиваю так, его. Мы пока что стоим на месте, не двигаемся, я пойду под лото. Да. А где у нас партичка? Просто. У нас раптор сверху был. Я его убил, но корпус коснут. Какой ценой? Ценой и корпусом. Так, я думаю, стоит пойти и залезть в ту дырку. Маленький раптор сверху был. Снял одного. Понял. Кто со мной идет в пилот? Да блин, на корабль он отбивать посидит. Надо, ладно, я пойду. И хотите, я здесь останусь на страже, как хотите. Ты да, контент да. делаешь. Я думаю, мы всей толпой можем туда пойти, так что пошли. Хорошо, да, да. Блин, ну если нам нельзя назначать. Верим в наших ребят, давай. Нам нельзя назначать кого-то на пушке, потому что он все патроны потратил. Пойдемте. А, стой, баллончики возьму. Спреевые. Реально, стоп. Мы ж идем красть, подождите. Сумки надо? Не сумки, сейчас. Так хочешь взять? Сигма, контейнеры есть? А, с собой нет. Жаль. Они только в руки берутся, их нельзя просто взять. А. Я не смогу оружием пользоваться. Потом сейчас вернемся. Сначала зачистка, потом вернемся это. Так, вот так, так, беремся. И дробовик. Я беру шоточный нож, да. У меня есть место, погнали. Нормально. Ой, высокое давление. Нормально, пойдет. Нормально. Этих костюмов держит. Ну, пока что. Так. Ой. Чаще, тихо. Ладно. Попал. Вроде мертв. Нет, не мертв. Да помри ты, вот теперь точно. Осторожно. Ага. Опа. У меня кто-то есть здесь. Вижу. Отстрелил башку сразу. Блин, не зря дробовик купил. Флаг. Дробаш вообще тема. Тут же friendly fire есть, я могу тебя тоже гаснуть случайно. Да. Блин, я в твою сторону тогда не стреляю. Если ты уходишь на перезарядку, заходи за меня, хорошо? Чтобы да я случайно... Так, я в этот сразу попёрся. В оружейку. Пошёл сразу. Направо. Давай. А тут живой член экипажа. Исправь. Там проблема. Чё я вскрываю дверь. Какого фига? Чё происходит? Вы что, откачиваете станцию, что ли? Здесь не живой член экипажа. Ну, что-то происходит. Как перевернуться, блин? Ну как. Так, тип, что у тебя есть? О, топливный стержень, неплохо. Давай сюда. Давайте попробуем откачать, запустить. А зачем? Нам ограбить. Наушнички. Комфортно. Хотя можно, да, можно починить. Гаечный ключ обычного качества, но это неинтересно уже. Ну, чтобы починить, тут прям конкретно нужно запомнить. Ой, три кислородных баллона. Ага, я понял. Плам. Погоди. Короче, пофиг, вернемся потом. Fiber plant, металл. Рома, ты уверен, что ты хочешь это чинить? Нет, я уже осмыслил свои действия. Синяя краска, сигнал. Но мы можем. О, судовой журнал, это то, что нам надо здесь? Давай, забирай. Забирай. Я забрал. Так давайте удостоверимся в том, что здесь все чисто, я попробую. Тут чисто, тут тогда. С этой стороны. Я смотрел. У нас тут еще один не особо
целый человек. Угу. О, у него кровь есть. В плане пакет с кровью. А не, я не собираюсь его, из него выкачивать. Так, бинты есть тут у одной девушки. Я могли бы на самом деле починить, мне кажется, это заведется даже. Ну там слишком много балластной флоры. Морфин взял. Отлично. Так, о, тут у нас плазмокатор. Этот удобрение нам нужно, не? Силикон, силикон возьму, кстати. Не, слушайте, мы это можем завести, мне кажется. Тут щитки рабочие. Не все. Многие поломаны, я проверял. Но идея починить эту штуку мне нравится. Так, кровь монстра, ну в смысле на планетную кровь. Брось ты ее. Отвертка. Так. Семечка, странное яйцо, 28%. Я еще один судовой журнал нашел. Классно. Опа! Опа-па, костюмчик. Короче, я пока в медицину скину топливный стержень, попытайтесь его себе. Ребят, тут что-то какой-то звук, погоди. Я а, не, он не двигался, тут двигатель нерабочий. Разрешаю весь этот корабль разобрать на хлам. Было бы славно. Стоп. Я плыву к вам с сумками. Перископ. Ну не надо. Не стреляй. Я не стреляю, я даже с невыточенной пушкой был. Так, нужно ее вернуть. Плазменный резак тут валяется. Да, я его оставил, потому что у меня места не было. Я пойду отнесу все домой сейчас. Наверное, раз мы зачистили, помощь уже не нужна, я тут побуду на всякий случай. Так, заодно костюм верну. Как раз и баллон на нем садится. Я думаю, одежду тоже можно забрать. Она и мне нужна. Ну да, но... Ладно, на бинты. Ее можно порвать в фабрикаторе. Тоже согласен. А батарейки где перезаряжаются? По зарядной станции, по идее. Черт. Ребят, мы будем выращивать растения. Там еще куча было семян. Подожди. Ну да. Странное яйцо, пожалуй. Забирай. Это питомцы. Да? Будут жить у нас на корабле и сдохнут при первом же пришествии каком-нибудь. А, ребят, нужен кто-то еще сюда. Я плыву. Я нашел какую-то штуку, и у меня рук не хватает ее забрать. Ее нельзя положить в сумку, она чисто в руки берется. Подойдешь, да? Вот сзади меня валяется, светится. А, это горшок. Я дам горшок для рассады, и он берется в инвентарь, просто у тебя забит. А, ну. Чего там открываете? Еще два слота. О, мы все прям. Что там? Оу! Выстрелишь его? Всё. Да, хоть башки. Я же слышал, там еще кто-то есть. Вы вскрыли дверь, там кто-то был, да? Да. Понятно. Уже нету. Я вас услышал. Так, я видел где-то еще одну живую комнату. Тихо, что тихо. Такое у тебя? Не сдохни. Очень много. Че там у тебя много? Театр. Да тут вообще состояние целое. Мне приплыть? Я медицинский отсек откопал. Помощь мне приплыть? Да? Да там вообще с полным этот, с пустым инвентарем нужно приплывать, забирать все. Сейчас. Ух, ёма! Сейчас. Меня водой прижало. О, ящик шрапнельных снарядов малого рассеивания. Не знаю, что это значит. Ой, боеприпасы для моих. Ящик боеприпасов. Рядом рельсотрона. Форма ветерана, это мы заберем. Ой, снаряд для рельсотрона, да. Но это надо выплывать отсюда. О, на выход. Выпал. Где медотек, ты говорил? Вообще не здесь. А? Я физрасор сопру. Там огромный ящик с ресами, ты поймешь. Да? Угу. А найди в какой капитан. Вообще стороне? Капитана нашел? Ну, по идее, вот это капитан. Это же капитан? Иди, дай айдишник. Выкинул. Так, погодите, дайте немножко сориентироваться сверху со входа. Куда? О, направо, налево? Направо вниз. Направо вниз. Кеннет Паркер? Нет, вы Кеннета уже собрали все. О, Морфин. Сейчас, секунду. Второй же валом, да?
Для тебя выкинуть один. У меня есть хорошее качество. Да, я нашел медицинский кабинет. Вот здесь, нет, да, да, здесь. О, ну это с кайфом, да. Ну, так, все отлично. Все сперли. Ага. А в реактор находили? А, нет, не все сперли. Что там еще? А вот тут вот есть немного. Я кислородный... просто хотел попробовать. Ой, блин, кислородный баллон. Это круто. Это мне надо. Ну, в плане кислородной блин, маски, я не сейчас баллон достану. Я лег поспать, утонувшей кровати, нормально. Ну, спокойной ночи. Так, ребят, у меня один слот остался. Не считая того, что в инвентаре. Нет. Я могу забрать еще что-то одно. Я, наверное, пошел разгружаться, раз тут уже все пусто по пути. О-о-о! Еще один судовой журнал давайте сюда. Краску будем забирать? Конечно. И 7 табачной лозы еще есть здесь, но мне его класть некуда, для меня краска важна. Мы пришли, все обворовали и все. А здесь и типа в водолазном костюме. Мертв, кстати, да. Костюм надо быстрее, да. Я ну, переработал. Плыви налево. Флаг. Еще тут? Да. Так, медицинский. Ползи налево. Максимально влево, самого верху, там тип будет валяться не сейчас особо живой. Попробуем это все постакать. Да я пока тут этот хожу. Интересно, что это за подлодка? Я бы себе такую же хотел. Ну и в плане не затопленную. Это ж станция, не? Станция не двигатель. Куда она поплывет? Ну типа не двигатель, а реактор для обеспечения энергии. Нет, тут есть именно реактор и есть именно двигатель. Тогда это интересно. О, 6, тут реактор классный. Слушайте, а почему я у нас нету света на корабле? А, ладно. Электричество закончилось. Потом. Гидротвор, кстати, есть там этот. Флаг, короче, хотелось бы делать. Угу. Слушайте, ребята, я заведу реактор, знаете. Их? Знаю. Да, ну. Ну там кто-нибудь потом пересортирует же, да? Так. Родные баллоны, если что, я скидываю в арсенал, там довольно много. Хорошо. Просто я насобирал их, и мне их девать особо некуда. О! Вот и свет загорелся. Где? Пинтов куча. Ну я поменял стержень. Вот почему загорелось. Парализатор еще вроде один. Все стабилизируется сейчас. Я не знаю, куда большую часть того, что я натырил, скидывать на самом деле. Можно в фабрикатор закинуть, пусть валяется. Чё там мигает свет? Я починил её, я завёлся. Я тут просто убрал напряжение с реактора, потом добавил, и оно вошло в нужную вроде как норму. А в фабрикаторе же разбирать? Нет, в деконструкторе. Нет, фабрикатор же фабрикует, не? Ну, тогда сюда. Раз. Два. Три. Ой, не то. Пусть поваляется, пока не съешьте. О, гаечный ключ еще. Так, надо. Нам поливалка нужна? Или я ее на металлолом разбираю? Поливай, по идее. Ну хорошо, я думал, это какой-то жаргон, и это реально поливалка. Ну, обычно поливалка. Просто могу ее разобрать сейчас. Спокойно. Надо отсортировать вещи. Какой же тяжелый водолазный костюм. У нас просто очень много всего. Кто хочет завести сломанную подлодку? Is that a challenge? Так, я тут еще одну дверь нашел. Надо тоже еще скрыть будет. На самом деле, да, это выглядит как
подводная лодка. Просто вон хвост у нее есть. Я просто сейчас только об этом подумал. Просто это как бы... Мы пришли на этот разбор судна. Ну, мы его разобрали. Ну, да. Я чуть гранату в медицину не положил. Кто-то бы вылечился. Да. До конца жизни. Так, ручной сонар сюда кинуть. Наверное, огонь сюда кинуть. Судовой журнал сюда, граната сюда. Давайте долутаемся, потом сюда. Включимся обратно. Итак, ребят, еще... мы возвращаемся в эфир. Тут у нас мы собрались отплыть от станции, мы оттуда налутали просто дофигища всего, но тут к нам решили прикопаться вот эти вот гопники. Мы пока их обгоняем. Ну, взрывы их неплохо, кстати, так станет. Ну так. Тёма, нафиг нам в фабрикаторе отвертка. Это не-не-не, знаешь, как в старых тачках отвертку впихивают в боковое стекло, чтобы стекло не падало. Ну это круто, но в фабрикаторе. Ну, вот необходимо для функционирования девайса. Винты в фабрикаторе валяются. Какого черта? Мы что, стыканулись уже? Ну нет, мы просто в точку приплыли. Я предлагаю сейчас поплыть еще маяк активировать. Давай. А куда вещи ложить? Блин, а мы сейчас плывем, мы окажемся там, куда мы плыли. А чё? В смысле, чё произошло? Почему мы царапаемся, блин? Они нас догнали из-за того, что мы царапаемся хвостом. Ребят, у меня нет доступа к ним. Офигеть, всё. Они... А то что-то здоровое, корабль. Погоди. Все, тихо, спасибо. тихо, Я думал, что он просто внутрь проник, он бах такой испарился просто. Спокойно. Мы просто вот это у нас внутри. Это игровая. Нам это чинить все придется? Да. А сейчас, находясь теоретически на базе, мы можем? Мы не на базе. А, мы не на... Какая демо. Мы просто в этом... лагерь. Ну это, там, короче, должен быть аванпост. Ну, короче, мы пристыковались. Да? Ну, по сути, да, но по сути нет. Это просто место, где нет аванпоста. Мы просто через контрольную точку проплыли. Ага, понял, понял. Протечек вроде нету. Ладно, поехали. Господи, как хорошо. Мы двигатели вкачали, у нас такая скорость. То что они нас не догоняют. Нас не догонят. Снизу вижу. Мелкие сзади. Справитесь? Нет, чувак, там фигово. У меня нет к ним выхода. И они нас грызут. Здесь у нас корпус покусан, конечно. Так я и говорю, это мелкие. Отстреливай. Офигеть, у меня нет к ним доступа, но они вниз ушли сейчас, по-моему. Ловлю. Я смогу. Ну, у нас нету хвостовой задней пушки, это офигеть как неудобно, потому что в основном они там. Потому что мы быстрые. Я предлагаю рельсотрон на двойную... заменить на двойную магнитную пушку. Кстати, тем, ну, потому что мы сейчас рельсотроном обычно нас... А мы в потолок не ударимся? Что-то тяжелое фигачит сверху. А тратить сейчас рельсотрон на вот это вот, ну, обидно было бы. Хотя у нас хватает патронов, но все равно... Кстати, червь будет крышу грызть. Не поворачивай. Да сразу воинов не хватает. Сушить доки! Протаранить аванпост! Давай быстрее тарань, они у нас на хвосте прям сидят. Блин, такое ощущение, знаешь, когда хочешь прочесать спину, но не можешь, вот и... Прочесать снизу. Минус 4. Таковка? О! Таковка. У меня ачивочка вышла. Ксеноцид, убить 100 тварей. Фигасы. Надо будет заряжать эту пушку, я много пострелял. Сейчас. О, боже. Фух. Короче, да, фух. Да. Фух. Пух. Я думал, если мы не доплывем, я удалю эту игру. Да, еще 2 часа вот это. Фух. Так, куда мы вообще приплыли? Мы еще хуже все сделали, по-моему. Почему? Да, мы приплыли. Да, потому что я не знаю, что мы здесь делали. Хотя, может, квест нормальный есть.
Давайте не будем спешить, нам как бы хотя бы то, что у нас есть, немного, ну, то ли разобрать, куда что деть. Где я скинул свой... Ну, ребят, я вас поздравляю, у нас есть опять миссия с разбором хлама. На, я пробивные тоже... для магнитки. Хорошо, спасибо. Так, а куда делся мой рюкзачок? Подождите, это... Тот. Эй, вы, я. Погоди, для магнитки, для... Нет, у меня был мой рюкзач. Нычинка, она вот из... А, пирсинг, пробивные, да, все-все, понял. Не жалко такими стрелять? Ну ладно. А пока пусть полежат, наверное, но... Я их зарядил. Пофиг. А, нормально. Но они нам бесплатно достались. Да, да ладно. В общем, задняя магнитка полная, тут я перезарядил, осталась верхняя передняя магнитка, в ней еще есть. Я бы еще не выкидывал бы этот ящик, хотя потом это может... Краем глаза вы замечаете кучу брошенной электроники. Мусор, подумали вы? К вашему удивлению, куча мусора оказалась самодельной бомбой. По случайности часть проводов отошла за замкнутый контакт. В результате чего бомба так и не взорвалась. Осторожно вынимайте детонатор, подбирайте бомбу, кладете ее к себе в сумку. Красиво. Охранника она наверняка заинтересует. Какого охранника? Подойди к охраннику и заведи с ним диалог, погоди, это интересно. Я хочу оставить ее себе. Я хочу квест. Открою. А, о! Нам 5 репутаций коалиции Европы дали. Спасли. Классно. Чувачков. И минус 5 епитерианских сепаратистов. Ну как бы мы не за демократию, мы за капитализм. Это... Вот. Я тут со сканером поменял батарейку. Биологическая угроза, понял. Все в порядке. Может нам лишние инструменты, ну так, немного разобрать? Разрешу. Какие? Но у меня тут лишние отвертки, ломы валяются. Да, давай, конечно, к черту. Металла лишним не будет. Тут, по крайней мере, как бы такая фишка, что если у тебя есть отвертка и гаечный ключ, они не ломаются. Спасибо огромное за это хотя бы игра. Да. Ну, то есть, да. Я пока что-то не знаю. Ну, пока что мне ничего не ломалось здесь. Вот нож, опять же, не ломается. Привет, Resident Evil. Аритрома, погоди, аритрома это... Ага, вот мы где сейчас. Это можно закинуть, неизвестный результат. Ну, сейчас посмотрим. Морфин валяется. Пусть. В фабрикаторе. Прекрасно вообще. Может еще удобрение попытаться разобрать? Слушайте, а вот военный аутпост, как вам такое? Ну, это круто. Типа там предлагают... Короче, ребят, нам нужно накопить 12 яиц трупного паразита, чтобы их, этот, закорешиться с сектантами. И мы ходили в красивой броне. Джентльмены, у кого есть хлам? У меня. Не наблюдается. А, нет, у меня нету, я весь скинул. Ага, ну значит, я его сейчас разбираю. Давай. Он очень круто разбирается, я вам скажу. На что? На... Ну, у меня сейчас получилась сталь, железо и алюминий. По-моему, ну, это какой-то хлам я складывал материал. В один из наших ящичков, но сейчас я уже не вспомню. Ну, он прям очень хорошо разбирается тут. Угу. Так, ладно, ребят, блин, пока мы на аванпосту, ставлю на паузу, потом продолжим. Контейнер. Итак, ребятушки, отправляемся на уничтожение Роя и также Biohazard. Biohazard сейчас... то есть, я тут вспомнил про Resident Evil, и вы взяли миссию с названием Resident Evil, да? Да. Понятно. Ну, как бы, мы просто корешимся фанатиками. Хорошо, хорошо. Заодно и с коалицией. Давайте только без фанатизма. Сепаратисты нас, кстати, уже не любят очень сильно. Да, пофиг, они дебилы, они взрывают аванпосты. Да, ребят, в общем, вот этот квест, ну не то чтобы квест, а фишка с бомбой, она пока вроде дальше никуда не пошла.
Блин, ну я, конечно, эхо террора хотел устроить, но... Посмотрим, как вот эти вот сейчас пробивные снаряды, если рой, если их будет много... Они могут через броню, кстати, пролетать. Они через... Да, они, рай... они этих ройских тварей будут насквозь прошивать. По три штуки можно, по-моему, убивать с попадания. Ну, коцать. Чувак, там когда был... они будут на дальнем подходе, скажешь, шанс. Я поставлю на нужную пушку, на верхнюю или на нижнюю. Там, короче, 40%... Это что за говнище? Где? Заряжайте рельсотрон. Заряжен. Я... Мне уже это не нравится. Где? Мне тоже. Сейчас, с какой стороны? Снизу. Я чувствую, по-моему, эту тварь. Что, в смысле чувствую? Я ничего не вижу. Ну, трясется прям люто все. Вот! Господи, что это? Это смотритель? Так, давайте без смотрителей сегодня, а? Елперос, это... Достойно. Рома, ну складом? Я разбил ему броньку. Разбил вторую часть брони. Какую броньку? Что это? Не понял. Это, случайно, мне очень длинная и страшная штука. А, это всего лишь молот. А, ё-ма. Жесть, я испугался. Все, я его не достаю, выводи его наверх. А, он мертвый уже? Нет. Не? Сколько ты снарядов потратил? А, вот, убить молоха. У меня ачивка еще одна приехала. Молох, ага. Че, ядерками стреляем? Не, он уже готов, всё. Фига, прикинь, молоха убили. Потому что, я же говорю, из рельсотрона я ему зафигачил два раза напрямую. Ну и я это... Объясните мне, пожалуйста, какой гений засунул провода и... А, нет, это энергетик, ладно. Я думал, этот провода и батарейку закинул в медотек. Я думаю, ну, крутые очень. Я что-то мог на скорую руку закинуть, если что, извиняюсь. Да нормально, просто я сейчас... Там это... стержень у нас в медицине торчит. Так, кто будет фигачить, если вы, короче, по корпусу с рейлгана попадете, то вы молодцы, вы ядеркой нам корабль снесете. Прекрасно. Вот сейчас ядерку прям конкретно... Ой, рельсотрон в конкретно критических случаях используем. Я сделал 3 выстрела из рельсотрона. 4. 4? Ну, окей. Или 3, не знаю. Хотя да, вроде 3. Первый кусок брони, второй кусок брони, третий по щупальцам был. Потом я побежал на другую пушку, потому что его начали уже с койлгана фигачить. То топливный стержень в этой медотсеке. Пожарите урана, да. Да-да-да, я же говорю, это я положил. Извиняюсь. Хороший топливный стержень. Качественный. Рой. 100 метров перед нами. Вперед. Да все, вокруг нас сейчас будет. Понял, сел на нижнюю переднюю. Короче, пока будете отстреливаться, я хочу пойти проведать нашу биологическую угрозу. Боеприпасов нету. Принеси, есть, сейчас принесу. Прям перед нами куча целей, ёперный театр, ладно. Блин, тромбы быстрее тащи тогда. Да ёлки. Если много целей. Верхнюю турель используйте, она получше будет. Я понял, как раз несу заряжать верхнюю. Так, 4 ящика биологической угрозы, отлично. Держи. Спасибо. Пока никого не вижу. Давай, ты наверное на нижнюю. Я Велоцинапса Каликса, 10 штук. Я бы на самом деле украл. Я как радар виляю в стороны в сторону. Я вижу, луч ходит. Блин, как думать, если мы крадем яйца Велоцинапса? А, их нельзя будет обменять, ладно. Так уж и быть, пусть лежит. Зачем у бедолаги красить? Чел, нету цели пока что. Но если Рой не уничтожен... Чем наблюдаю. Был уничтожен? Оп, есть, да? Да. На заднюю стоит? Один большой, нет, пока только спереди. Не дам еще уйти. Сверху будут цели. Не знаю, кто они, но... Одного подстрелили. Один мертв. Да, один мертв. Минус еще один. Над нами Рой. Да, видим. Минус еще один. Били. Одна цель осталась, как я понял. Сверху множественные цели. Смотрим, раз, два, много, прям дофига. Вижу, иду. Наблюдаю. Отстреливайте. Да черт подери!
Где мой сварочный аппарат? Есть. Покойно. Все сварочные аппараты на нижней палубе в шкафчике. Там 4 лежат целых. О! Есть, да, что терминает. Фугасами очень удобно выбивать это. Да, их из кучи трупов. Да. Прям хорошечно. Ты не стреляешь. Что? Что это за звук? А? Слышал? Да, я слышал, я не знаю, что это. Ладно, стою там. У нас реактор сел. Бывает такое. Стой, на. Снизу нас. Нас снизу жрут? Да. Я из рельсотрона ему пол хпшки снял, но оно здоровое, я не дотягиваюсь дальше. Вот, они давай, сейчас ну, залезут. Да. Иди там забирай. Ё. Будьте добры, обеспечьте мою безопасность. Отстреливаю, а, ну, большой, да. Большой лопнул. Один еще спереди, сто. Ох, ёбаный. Где он? Убил? Мы не тонем уже. Все да, мы сели на дно, нормально. А, мы на дно упали. А, прекрасно. Можно пользоваться только верхними турелями. Офигеть. Да. Это огромное. Снизу, снизу живые есть! Как они еще там живы? Фига, не надо вот из вот этого вот. Оно там жрало! Ладно. Но все равно рельсотрон. Рельсотрон хотим поменять. Отходи. В смысле? Как это ты тут? Уйди! Какой у вас капитан сейчас сдохнет? На маску одень. Наверх ползу. Убили? Да. У нас отсутствует потолок. Можете начать? Ох, ну не открывайте как дверь, капитану дышать нечем. Ты где вообще? I can't breathe, да? Ну, сейчас мы починимся. Я испугался. О, и в реакцию убежал. Что у меня рваные раны? Тебе принести этот костюмчик? Покушать, если только. Костюмчик кушать будет? А у нас костюмы кончились. А, о, ходить можно. Все в порядке, поплывем сейчас дальше. Так, чем эта фигня лечится? Заберите вода у нее. Пойдет, хочу. Все в норме. Меня лечить не надо. Укусы. О, ребят, чекайте, что у нас есть. Ну. О, это что это за звук? Я вырастил SCP-173. Где? Не надо. Пинат? Ну, арахис. Зачем ты это сделал? Я на секунду подумал, что он на тебя прыгнул. Ты его просто поднял так. Нафиг мы это говно здесь не вернем. Блин, его покормить так-то надо. Я ему дал этот еду для питомца в консервной банке. Наверное, сам откроет. Оставь коту побольше воды, ага. У нас, кстати, сонар сломался. Чё он так дергает, или это у меня пингует? Нет, нет. Ну, кстати, до этого дергало. У нас сонар, кстати, поломанный. Почините, пожалуйста. Сейчас. Сейчас, секунду. Верь мне, я с дробовиком побежал. Это норма. Как его чинить? Ну, я не знаю, он, вот посмотрите, я включаю сонар, посмотри, как он себя плохо чувствует. А, ну, бывает. Трупы мешают. Скажем. Это оно урчит? Угу. У нас теперь этот 173 SCP есть. Фига себе, вы питомцев заводите, ребят. Да я физраствор ему вколол. Я на всякий случай в это изначально из дробовика прицелился. Чисто на всякий. Снизу за нами. Пофиг, успеем. Я мастер. Это мелочь. Всё, снял. Я поэтому из рельсотрона стрелять не буду. А возле рельсотрона кто? А, это просто мясо, да? По идее. Там в рельсотроне только один снаряд не ядерный. Ребят, смотрите, как могу. Не надо. Да в смысле, я же все ядерные кончается. Зарядил. О, нормально. Фу, выполнили. Нормально. Всё, плюс нормально, один. Хорошо. Зато денег неплохо дали. Вот это сейчас было, кстати, так, теперь Хаска, уже 17. Отлично. Отлично. Корешимся, корешимся. Загрузите меня, пожалуйста. Есть церковь Хаска, офигеть. Так. Ладно,
Ребятки, думаю, на этом будем заканчивать эту серию. Довольно результативно получилось. Я еще больше радую то, что остались живы. Что у нас, какие у нас планы ближайшие на будущее, ребят? Найти, где сраная печенька. Только сраная, обычно мы не ищем. Ну просто у нас потерялся этот. О, ребят, у нас новый уровень. Я получил уровень, да. Есть такая. Ремонт монитор. О, это ресайпа открывает. Ага. Gain bonus, electrical engineer, gain additional burn resistance. Да, я, наверное, возьму. Я часто чиню всякую фигню. Когда вы играете стреляю в гармошке в течение 10 секунд или дольше, устойчивость психоза у вас и союзников повышается на 100% на 60 секунд. Устойчивость повышается, а не риск психоза, да? Точно? Да. Ясно. Ладно, все. Чего, что ждем? Да я ищу печеньку. Ладно. А, вот она. Печенька — это новый питомчик. Вот, все, будем пока что сворачиваться. Следующая серия, обещаю, тоже быть очень интересной, потому что все-таки кораблик прокачиваем. У нас тут есть планы на замену вооружения. Пока только планы, но посмотрим. Притащил пока сказать печеньки, да? А ну, учит, и мне теперь от этого некомфортно. Зачем мы степенем? Оно в арсенале жить будет. Ладно. Питаться патронами. Посели его куда-то, да, вот на этот этаж, чтобы оно к нам не ходило. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра. Всем ладушек. Всем покеда. Адью.